Всем привет! Хочу сделать такое на этот раз уж точно коротенькое видео. Вот, но буквально пару слов хочу сказать, то что я установил Need for Speed Underground 2 на компьютер. Вот, вообще эта игра мне очень нравится. И это моя вторая любимая часть после третьей. То есть из всех Need for Speed'ов мои самые любимые это третий и Underground 2. Вот. Я установил на компьютер, и я хочу покататься так же, как я катался в третьей части. Вот, потом я в High Stakes катался. Вот. Ну, я хочу сказать то, что не все видео будут с комментариями. Вот. То есть некоторые видео будут без комментариев, потому что я буду слушать музыку и кататься. Вот. Соответственно, ну что гонки комментировать, катаешься и катаешься. Вот. Вот я просто хотел сказать то, что если вы увидите мои видео, да, то вы знаете то, что не все будут с комментариями. Вот. Ну, во-первых, знаете, да, на YouTube копирайты. Если у тебя музыка, то твое видео могут заблокировать. Вот. Поэтому я стараюсь, там, где можно музыку отключать, я стараюсь без музыки. Например, в третьей части я катался без музыки и так далее. Вот. То есть вы будете слышать только, ну, собственно, звуки, то есть двигатель машины, все такое. Вот. То есть будет без музыки и без комментариев. Вот. То есть это вот те видео, где я буду, ну, то есть у меня будет, я буду слушать или плеер, или что-то еще буду слушать, или радио. Соответственно, я это не буду записывать на YouTube. То есть вы будете слышать только саму игру. Вот. А другие, а те видео, которые я буду комментировать, соответственно, там будут мои комментарии. Вот. Вот это вот я хотел сказать. Это вот у меня... Я давно вообще не играл, несколько лет уже. Вот у меня машины остались, которые у меня были в карьере. Вот, которые я сам делал. Вот. Это вообще не прокачанная. У меня Хаммер вот такой был. Мазда. Вот. У меня, значит, я нашел у себя сохранение. Вот. И у меня было два профиля. Вот этот первый. И еще у меня был второй. Вот. И только в этом профиле у меня были открыты все трассы. То есть полностью пройденная карьера, открыты все трассы, все виды соревнований. Вот, и я загрузил этот профиль, и в нем буду кататься. Вот. Ну, я просто буду, короче, выбирать трассы какие-нибудь и кататься на них. Вот, то есть просто от балды, какие захочу. Ну, так же, как я делал в третьей части, например. Вот. То есть, как бы, я не буду делать полное прохождение игры, по порядку все трассы проходить, нет. Я просто буду выбирать от балды трассу и кататься на ней, вот, просто в свое удовольствие. Вот, просто хочу покататься, потому что я соскучился уже, вот. Так что, вот такая вот тема, так что имейте в виду, то, что не все видео будут с комментариями, вот. И все будут без музыки, потому что, как бы... Даже, ну, смотрите, даже на YouTube там есть такая фишка, то, что в твои видео ты можешь добавлять музыку, которую тебе предлагают на YouTube. То есть на YouTube есть определенное количество музыки, которую можно добавить к своим файлам. Вот. Ну, я слышал такое то, что говорят, что это тоже не гарантия того, то, что твое видео не заблокирует, потому что все вот эти, вся вот эта музыка, которая доступна на YouTube, да, то есть которую ты можешь спокойно добавить, вот. Бывает такое то, что со временем какая-то музыка, она, то есть как бы сейчас она, там определенное количество треков, которые разрешены, да, музыка, которую можно использовать, вот. Но со временем может быть такое то, что некоторая музыка, она остается наоборот запрещенной, то есть становится запрещенной. То есть, например, ты выбираешь какой-то трек, который, ну, какую-то музыку, да, которую тебе YouTube разрешает использовать, значит, добавляешь ее в свое видео, а потом через какое-то время оказывается, что эта музыка стала запрещена. Соответственно, тебе приходится ее из видео убирать, или твое видео будет заблокировано там из-за этих копирайтов. Вот. Поэтому лучше музыку не использовать. Вот. Так что вот. Так что, ну, просто вот такая вот фигня. Поэтому катаемся без музыки, собственно. Вот. Что можно еще сделать тут? Вот. Ну, я, конечно, могу какую-нибудь музыку добавить, но я бы хотел то, что мне нравится. Да, те группы, которые мне нравятся, я бы хотел их добавить. Но, к сожалению, на YouTube я поиск сделал. К сожалению, они мне не выдают. Ни одной из тех групп, которые я искал, нету. Предлагается какая-то музыка инструментальная, которую я даже не знаю.
Вот, ну просто так наугад, наобум я не буду вставлять какую-то музыку, которую я не знаю, да, вот. А все эти треки слушать, которые тебе предлагаются, я тоже не буду, потому что их там огромное количество, вот. Да и как я уже говорил, как бы нет гарантии, что потом, через какое-то время, вот, ты сможешь так же спокойно использовать эту музыку, и твое видео не заблокируется, вот. Так что вот такое вот видео, пятиминутное, вот. Надеюсь, я мог бы, конечно, его растянуть, да, но я знаю, да, у меня такая проблема, я люблю 100 раз одно и то же повторять, ну, не знаю, вот, меня самого это бесит, блин, в себе, ну, будем исправляться, вот, например, первое видео пятиминутное, в отличие от получасовых видео, которые я делаю, вот, я думаю, это большая разница, да, 5 минут и полчаса, например, вот, так что вот, добро пожаловать, прошу всех, так сказать, в underground. Вот, кому интересно, посмотреть видео мои по этой игре тоже. Вот. Ну, вы, кстати, можете мне в этом видео в комментариях писать какие-то вопросы. Да, можете так сделать. Вы мне пишите вопросы в комментариях, какие вы хотите мне задать. Вот. И я буду, когда играть в игру, чтобы, ну, без комментариев не делать видео, да, чтобы просто молча не сидеть, я могу, например, отвечать на эти вопросы. Вот, например, в каком-то видео по четвер... ну, по Need for Speed High Stakes, вот, меня что-то приперло, я стал рассказывать там, какую еду я люблю, там, про YouTube, вот, и все такое. Так что вы можете любые вопросы мне задавать, я буду так кататься тоже и отвечать на них. Думаю, это будет интересно. Ну, так что вот.